цена биткоина выросла. После замеченного оживления с 6,5 до 7 тысяч долларов в первые два дня апреля, цена биткоина продолжает расти, в то время как весь криптовалютный рынок фиксирует ежедневный прирост в 10 миллиардов долларов. Другие валюты также увеличили свою стоимость в последние несколько дней. В конце марта цена биткоина не росла из-за того, что на рынке не было спроса на основные криптовалюты, а также вследствие малых объемов продаж. Однако за последние 12 часов объемы покупок выросли на Bitfinex, Binance и других торговых площадках. В течение следующих нескольких дней, если биткоин сможет выдержать свой объем и превзойти маржу в 7,5 тысяч долларов, вполне вероятно, что биткоин может вернуться в диапазон 8 тысяч долларов. Следовательно, следующие несколько дней могут стать важными для биткоинов, так как за последние 48 часов он увеличился более чем на 700 долларов США и начинает набирать обороты.